62 квартиры в двух домах по улице Авиаторов под Новый год будут заселены по договорам социального найма. Такое решение было принято на жилищной комиссии в мэрии города. Два 31-квартирных дома в новом микрорайоне на улице Авиаторов, построенных городом с долевым участием, введены в эксплуатацию. Ключи переданы в администрацию Нарьян-Мара. По договорам найма будет заселено 62 квартиры в двух домах 24А и Б. По словам мэра города Татьяны Федоровой, жилье очередникам предоставляется впервые за много лет. Это большое событие. Городоначальник выразила благодарность главе региона Игорю Кошину за оказанное финансирование. Ключи нарьян-марцам будут вручены в торжественной обстановке. По итогам года будет введен еще один дом и очередникам предоставят 102 квартиры.